Всем привет, дорогие друзья, с вами Драгунов, всем новогоднего настроения и добро пожаловать в не совсем обычный ролик на моем канале. Дело в том, что на прошлом стриме мы собирали деньги на помощь бездомным животным, потому что сейчас на улице зима, животным кушать нечего, а они кушать хотят. И очень огромное количество бездомных животных гибнет зимой, поэтому мы проводили благотворительный стрим, у нас там было два генеральных спонсора, это был NSQ и чувак по имени Слава. Спасибо им огромное за то, что они нам помогли и за то, что мы благодаря их деньгам смогли снять сегодняшний выпуск. Ребят, я надеюсь, что вы тоже не останетесь равнодушными. Будет в описании ссылка, по которой вы сможете задонатить любую сумму, начиная от 1 рубля на помощь бездомным животным. Все эти деньги пойдут в проект, и все отчеты вы сможете видеть в роликах. И также у меня для вас есть небольшой бонус. Если вы донатите сумму от 50 рублей, то я сделаю вам сигну, только обязательно пишите там свой ВК. И если вы донатите от 200 рублей, то я вас пропиарю в ролике. То есть, если вы хотели когда-либо купить пиар, но денег у вас особо нет, то вы можете просто помочь бездомным животным, потратить деньги на доброе дело и получить пиар. Ну что же, ребятки, я и так уже заговорился, давайте посмотрим, что же у нас вышло. Изначально найти собак была не такая уж и простая задача. Мы сначала пропасту их не замечали, но когда мы стали всматриваться в мелочи, они были просто везде. Мы их искали и днем, и вечером, и уже когда было совсем темно, но у нас была четкая задача — найти бездомных животных и накормить их. Собаки были как большие, так и малые, но их объединяло лишь одно — они все были очень голодны. Поэтому еще раз повторюсь, спасибо огромное всем, кто нам помог. Приятного просмотра!